Всем привет! Значит, мой увлажнитель воздуха. Вот он. Значит, ребята, он действительно работает. Смотрите, комната у меня закрыта. У меня она 20 квадратных метров. Даже 21 квадратный метр. Смотрите. Батарея включена, смотрите. Окна запотевшие. И знаете, у меня, слава богу, голова перестала болеть. Мне сейчас так легко дышится. Прям вот влажность повышена и очень-очень хорошо. Прям, ну не знаю, как передать. Я прям как цветочек расцветаю. И моим цветикам нравится. Так что, ну, конечно, не знаю, наверное, модно, круто иметь увлажнитель воздуха, но, блин, сколько он света потребляет, так что самый лучший увлажнитель, а у меня их было три, я показывала, самый лучший это вот это. Два раза в день я его намочила сегодня. И то я не намочила его так, не ношу, да, под кран. А просто беру вот отсюда водичку. Вот. Вот так. И просто поливаю. Все. Штука классная. Советую всем.